21 мая 2023 года. Алексу очень нравится свечки втыкать. Ну, закатываешь. Пирог не очень аккуратный. Просто не стала смазывать. Что это гремит? Не знаю. Скорее всего, гром, гроза опять. Не похоже. Не стала смазывать бумагу для выпечки маслом. Вот просто так вытекло. Пирог называется... Это что-то стреляет, Алекс. Пирог, я его слепила из того, что было. Были яблочные огрызки Алекса. Добавила изюма, чтобы была сладость. И здесь мука зеленой гречки, кукурузная, манка, мука кунжутная, псилиум. Кстати, псилиум закончился, надо будет еще купить. Масло оливковое. А, еще кокосовую стружку добавила, которая у нас оставалась еще с Пасхи. Короче, я все засыпала. Где-то выковыривал розовенькую такой палочкой, такая кокосовая стружечка. Да. Тесто было розовое, сейчас оно уже выпеклось, оно уже не такое розовенькое. Оно было розовенькое? Да, было розовенькое. Угу. О, вот кусочек. Все, пойдешь отрезать кушать. Вкусно? Угу. Ты кусочек отрежет, удобнее будет. Зайцу ушко. Сейчас за зайчика. Оп, оп, оп. Скакал за... Бабушка с дедушкой были в огороде вот здесь. Сажали, блин, помидорчики. Охренеть. Мальчика ранила. Давай вот. Тяха. Спали. Я на кухне кушать готовила. Резко бабах. Ну, ребенок сам выпал с коридора. Мама, ноги, ноги. Одна нога посечена, стопа, ну там ниже щиколотки. А вторая просто болталась. Там двухъярусная кровать. Один спал вверху, старший вверху, а он спал на нижней кровати, ну, внизу. Резкий взрыв. В больнице сказали, ну, меня успокаивают, говорят, что осмотрит врач потом, ну, скоро я сказала, ампутация. Был прилет, насколько я знаю, один. Я так видела, тут снаряд нашли уже. Вот так. Пожар, ну, по большей части сгорел дом. Пострадал только мой младший брат, он в больницу уехал, ему 13.